Монет Александр Месси, ссылка в описании. Информ, друзья. Первый информ. Албан Стракоша, да? Тот самый. Блин, прикольная фамилия Стракоша. Я бы на его месте про себя мультик бы сделал бы, и потом его показывали бы на «Спокойной ночи, малыши». Стракоша, Дракоша, Наркоша. Забейте, короче. Так, друзья, первый тот. Мы знаем, что в этих паках есть. Испания, это не... Блин, если был бы Рамос, я думаю, это был бы джекпот. Джекпот. Но и Пике в тульском арсенале всегда приятно видеть. Но он уже, правда, был в команде Тотса пару недель назад. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Ну, думаю, не супер дорого. 200 тысяч монет. Второй на сегодня информ. Я не знаю, честно говоря, какая там команда недели. Кому она вообще интересна? Это... Ага, окей. Оказывается, в Японии есть еще другие футболисты, кроме Кагавы. Ну, школьники об этом узнают. Я-то все знаю. Я парень умный, я пью сок. Икона? Блядь, да, это свечение меня постоянно обманывает. Винлалдум этот опять. Опять мне закликбейкал поганка. Гаспар. Ну, даже не так плохо. Но не так и хорошо. Да, информов сегодня немало. Хотя этого чувака с грустным лицом тяжело назвать информом. Тот второй на сегодня, тот, чуваки, как-то ты прилетел, он неожиданно. Не Пике, только опять Пике. Нет, ЦП это Сауль. Не знаю, что я ждать по поводу его цены, но он чем-то доволен. Наверное, тем, что у него, блядь, геймфейса нету. Сука, FIFA! Человек Тотса получает. Играет в одной из лучших команд в мире. Просто мега молодой талант бестиара. Зачем ему делать лицо? Я, конечно, сделаю ему просто какую-то кашу вместо ебальника. А что у него по цене? О, хорошо. Это уже лучше. Еще сразу, чуваки, буквально через один пак еще один Тотс. И... Опять Испания... Да ладно. Чтоб вы не думали, что я просто одно и то же два раза подряд вставил, чуваки. А видите, у него празднование другое. Как это работает? До этого я открыл 500 паков, мне выпал ебаный этот Ильин Нуси. Сейчас два Сауля подряд. Еще тот, чуваки. Через три пака еще, причем что-то как-то подкрутить. А, блин, Марсел, блин, да что ж такое? Что-то прям Атлетику ко мне прет. Хоть я и поддерживаю Реал больше. Да чего ж ты, я вообще Атлетику не поддерживаю. Я за тульский Арсенал болел в полуфинале Лиги Европы. Но прикольно. Так, шо по цене у топового латераля? 400 тысяч, ничего себе, думаю, будет дешевле, чем Сауль. Тотс! Может быть, что-нибудь новенькое, а не Сауль? Третий Сауль. Опять-таки, третье празднование. Я не знаю, сегодня какой... Может, сегодня день рождения сегодня, судя по конфетти. Так он еще к тому же и в неплохой компании Марио Гомеса. О, в Египте еще есть Ну, чуваки, это прям кликбейн поймал. Новую икону Трезеге. Ну, может быть, кто-нибудь из вас помнит Давида Трезеге? Если не помните, то, чуваки, должно быть стыдно. Интересно, а Трезеге на чем поедет? Это было бы прикольно. Как в старые добрые. Хотя последний раз, когда Трезеге играл на чем, он не забил пенальти в финале. Я, между прочим, тут финал смотрел. Что это за карточка? Эдер? А, нет. Просто... А, Роландо. Блин, когда это был этот полуфинал? Я сейчас подумал... Такая мысль проскочила. А вдруг в паках выпадет... А индивидуальная карточка футболиста, но это, конечно, фантазия. Красивое такое вишневое свечение, уродливая такая хуевая цена. Тотс! Так, я немножко заскучал, но Тотс, главное, чтобы не Сауль. Главное, что... Так, это уже что-то... Иско! Да, 94 рейд. Охуенно, мы поймали Тотса из Реала, мы поймали Тотса из Барсы, но немножко не тех. Цена, возможно, та. Вы знаете, неплохо, неплохо, 400, почти 400 тысяч, почти. Кстати, чуваки, вот я нашел преступника, который меня поцарапал в итоге.
Тебе стыдно, что ты жрешь меня, а? Ты. Наглая морда. Мне кажется, ей похуй. Будем мириться. Мириться будем. Понятно. Ах ты. Отпусти, отпусти, блядь! Тебя сегодня...